Известный писатель Роберт Орбин с присущим ему юмором как-то сказал: «Первая проблема родителей – научить детей, как вести себя в приличном обществе. Вторая – найти это приличное общество». И в том, и в другом случае на помощь родителям приходит искусство. Детские школы искусств помогают юным талантам реализовать себя и найти единомышленников. Кстати, одна из таких школ отметила свое 25-летие. Чебоксарской детской школе искусств номер 3 25 лет. За четверть века школа достигла многого. Ее ученики – участники многочисленных конкурсов и фестивалей различного уровня, от городских до международных. Мы, конечно, специализируемся на талантливых детях в первую очередь, но хочу сказать, что каждый ребенок талантлив по-своему. И суть в том, что надо развить талант в каждом ребенке, он развивается. Для этого нужна чуткость, доброта, любовь к знаниям, любовь к детям. Это те качества, которые присутствуют именно у наших преподавателей. Школа искусств номер 3 – единственная школа в городе, которая реализует предпрофессиональную программу инструмента эстрадного оркестра. Благодаря ей в учебном процессе появились такие предметы, как электрогитара и ударная установка. Кстати, среди музыкальных школ и школ искусств столицы Чувашии именно здесь работает студия звукозаписи. Хотим этой школе пожелать нашим учителям терпения с нашим деткам. Очень много требований, все мы их стараемся выполнять. От наших деток требуют, чтобы мы были очень активные, на сцену выступали очень хорошо, не боялись сцены, были звездочками. Вот. Хотели, чтобы были артистами, участвовали побольше в конкурсах и не волновались, самое главное. Преподаватели очень хорошие, очень понятливые, помогают, объясняют, очень хорошие, очень уже давно работают. Это не просто кружок, это школа. Здесь такие же дневники, учителя и оценки. А преподаватели обучают не только спецдисциплине, но и модели поведения юных талантов. Я не волнуюсь, потому что нас учительница научила не волноваться. Чтобы не переволноваться, надо дышать смирно, ни о чем не думать. Мне это нравится, и я хочу дальше этим заниматься. Сегодня на трех отделениях – музыкальном, художественном и хореографическом – обучаются более 400 ребят. Характерная особенность школы – учить не избранных, а всех желающих. Каждому ребенку полагаются особое внимание, индивидуальный подход и оптимальные условия для развития творческих способностей. Именно поэтому количество желающих обучаться в школе искусств номер 3 растет год от года.